Новости. Строевой марш вместо школьного вальса. В 24-й гимназии кадетские классы отмечают выпускной. По словам директора, это особенные ученики. Погоны на плечах обязывают быть более ответственными. Этот выпуск 2017 года – первый выпуск четырехлетнего обучения. Это те дети, которые, пройдя достаточно серьезный и жесткий отбор, попали к нам в 8-й класс из всех школ не только города, но и Северокавказского федерального округа. И сегодня многие из них уже получили целевые направления для продолжения обучения в Академии Следственного комитета Российской Федерации в Москве и Санкт-Петербурге. Ну и, конечно, мы не сомневаемся, что через несколько лет они пополнят ряды офицеров-следователей, офицеров-криминалистов. Не сомневаются и сами выпускники. Председатель Следственного комитета страны. Это не просто мечта, а вполне реальная цель, считает Евгений Лобанников. Следующий шаг к этой цели – поступить в юридическую академию в Москве. Впрочем, к этому кадет шел с 8 класса. Евгений – один из трех выпускников, получивших аттестат с отличием и медаль за особые успехи в обучении. За эти 4 года очень многое изменилось. Я стал, помимо физически, лучше развит умственно. Мы изучаем другие языки, китайский, французский, юридическую терминологию мы изучаем. Да и вообще мы участвуем в разных патриотических акциях, бессмертный полк, восхождение на гору Бештау. Аттестаты кадетам вручал главный следователь СКФО. Олег Васильев пожелал будущим коллегам успехов в поступлении в столичные вузы, а также возвращения на малую родину. Конечно же, мы вас всех ждем после окончания юридических факультетов. Строй наших следственных сотрудников, криминалистов. Надеемся на те мощные знания, которые начали получать уже здесь, и дальше их будете закреплять. Спасибо вам, что выбрали этот путь нашего родного Следственного комитета. Мария Жирова и Александр Лукьяшко, АТВ «Ставрополь».